Все, что было. Все, что было. Все, что было. Ежедневная работа нашей полиции. Что, разговор проходит в рамках проверки? Ну, хотя с удовольствием бы употребил спиртное немножко, но нет, ничего нет. То есть вам сейчас будут зачитаны ваши права. Андрей Викторович, предлагается добровольно выложить все, что у вас есть в карманах. Да. И сразу же заявить, имеется ли у вас при себе запрещенные к свободному гражданскому обороту предметы, вещества, оружие, наркотики. Да. Имеется? Нет. Или нет? Тоже нет. Не имеется. Да. Значит, вам предлагается добровольно все имеющиеся у вас при себе вещи выложить на стол. Дальше, значит, будет... Кошелек? Все вещи, которые у вас находятся при себе. Да, да, да. Константин, полностью вообще. Досмотр проводите, курточку, все вещи снимаете. Так, сейчас шоу. Ну, Николай Сергеевич. Все, все выложили? Ну, сейчас я... На телефон. Здесь что? Здесь что находится? А непонятно. Как непонятно? Ну, неизвестно. У вас в кармане, вы знаете, что? Да у меня никто. А, я. Да вот он, блядь, человек. А? Подпись Викторович. Вроде принимают сейчас. Да, да, да. У меня было больше, у меня было до 100 тысяч долларов больше. Точно, точно было больше, а вы мне отдали много, мало. Все. На 100 тысяч было больше. А что, да? Да, да, да. Аэропорт Толмачева, полиция. Подойдет, скажу. Портмоне черного цвета. Говорит, они там наркотики употребляют или еще что-то. Вот смотрите, вот ничего же нету. Вот оно. Вот оно же, вот они. Это я для журналистов-то говорю-то. Вот видите, ничего нету. Клёпа улицы. Смотрите, а наркотиков-то не употребляют. Вот оно что. А все говорят эти миллиардеры и миллионеры хреново. Там что-то делают. А вот ничего. Вот видите, вот никак. Никогда. Да, да, вот наркотиков не употребляют. Плохо это. Давай, Дим, мы на месте будем, я тебе позвоню, хорошо? Просто я не знаю, пока прибыл еще. Хорошо? Надо туда.